Президентские спортивные игры проводятся на Кубани уже четвертый год. Соревнования проходят в 4 этапа. Сначала лучших спортсменов отбирают на городском уровне, затем турниры проходят в регионах. И по их итогам лучшие команды выходят в финал. В этом году их представляют школьники из Каневского, Ленинградского, Динского, Кореновского, Тимашевского и Топсинского районов, а также из Краснодара и Сочи. Всего 8 команд. Соревнования президентские спортивные игры само по себе. Название уже говорит о значимости этого мероприятия. Да, мы традиционно уже третий год в Сочи проводим региональный финал. Всероссийский финал пройдет в Орленке, в лагере, в сентябре месяце. Право представить край на итоговых соревнованиях президентских игр получит та команда, которая наберет максимальное количество баллов в 6 видах дисциплин. Накануне прошли соревнования по баскетболу, а сегодня по плаванию и стрельбе из спортивного пистолета. Перед стартом участники проходят небольшой инструктаж. Пальцы со спускового крючка убрали. Сильно ломаем. Ломай до конца, до конца, до конца. До конца, тяни вниз. До конца. Все. Тупым концом пульку ставим. Первыми свою меткость показали ученики гимназии «Рудит» из Краснодара и 11-й школы из Тимашевского района. После 3 пробных выстрелов ребята волнуются, ведь остальные 10 уже зачетные, и нужно постараться набрать больше очков. Стрельба в профессиональном тире, конечно, отличается от аттракциона в парке, говорит Настя Гурьева. Тем не менее, любимые развлечения принесли свои результаты команде. Я стреляла немного раньше. Сейчас было, я уже знала, как держать пистолет, и было, не так трудно, как может остальным. У меня результаты все близко, но черную попала только одну в цель. Школьники из Тимашевска в этом виде спорта оказались немного сильнее краснодарцев. Но впереди еще 4 вида дисциплин, и на победу настроена каждая команда. Наша команда очень дружная, мы друг друга всегда поддерживаем. Мы надеемся на лучшее, что мы выиграем эти соревнования, мы попадем в финал. Завтра участники соревнований сразятся в легкой атлетике и велоспорте. Победители финального краевого этапа определятся 29 мая. Татьяна Нагорская, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.